Придется прыгать. По-другому никак.
быть что угодно. Я тут. Мы ушли от Унрату. Мы в пещере неподалеку. У входа есть знак цапли и затмения. Иду к вам. Папа, иди сюда. Это Ишик. Что тебе надо? У нас сейчас нет времени на восстание Унурату. Ты Кабил? Учу прислал меня за рогом. Рогом короля? Возвестить начало будущего? Ха, можешь взглянуть, что это будущее сделало с моим настоящим. Уходи. Сектанты узнали, что мой папа делал рог. В наказание они отравили наши посевы. И мама заболела. Мой брат Куали пошел на рынок, чтобы достать целебных трав, но не вернулся. Это ужасно. Давай я попробую отыскать твоего брата и достать нужные травы. Спасибо. Нет места. Ничего не могу взять. Знаешь, что случилось с Куалем? Нет? А что случилось? Люди Кукулькана отравили Абурчик, и Куали решил украсть целебный шок. Прости. О, Ишик, чем я могу помочь? Я ищу Куали, сына Кабила. Бедный мальчик.
Чимали, прислужник Кукулькана, держит его в клетке на рынке. Он ждет, когда придет Ахау и накажет мальчика. Спасибо. Удачи, Ишик. Нет места. Ничего не могу взять. Нереально. Больше я не унесу. Нет места. Ничего не могу взять. Воришка будет наказан. Это все моя вина. Какой опасный преступник. Рыночный вор. Сегодня он ворует, а завтра может убить. Как-то чересчур, ты не думаешь? Хочешь знать, что я думаю? Я думаю, надо взять и утопить этих крысенышей. Всех до одного, особенно Юмила. Да, его отец Змеиный Страж, но он-то нет. Beora in maskap kuntan. Uya buyintan.
тебя? Мы попались. Унурату схватили, и у нас забрали ларец. Мы в курсе. Посмотри на план. Ее держат в тюрьме рядом со старым храмом. Хакан устроил налет, и он тоже пойман. Мы возьмем мост, ведущий к тюрьме. Это агрессивно. А если мне подняться, освободить ее и подать сигнал к атаке? Вариант. Эцли на разведке в верхнем квартале. Он тебя проведет. Я с ним поговорю. Как выведешь ее, мы тебя прикроем. Годится. Оружие и защита. Спасибо. Лара. Я ее спасу. Верю. Ты правда в это веришь? Велик. Лара. Да? Я корианка. Унурату очень высокого мнения о тебе. Это я провела всех в древние казармы, когда похитили Эцли. Ты тогда очень помогла. У нас с тобой общее дело. А, понятно. Твои татуировки, ты... Да, я из Куачики. Но это словно из прошлой жизни, до Амару. Тогда мы боролись за что-то совсем иное. Но в угоду своим жрецам он распустил мой орден. И осталась только я. Но я дала клятву никогда не отступать. Так что теперь я ношу цвета повстанцев. Мой долг — служить царице Унурату. Я наслышана о воинах Куачики. В историческом плане. Это большая честь. Благодарю. Ты говорила об императоре Синчичике. Да, это первый император Пайтити. Предок Унурату. Он создал это все. Все, что мы видим, трогаем, чувствуем. Все, за что мы боремся. Я первый раз слышу про этот щит. Щит вершителя эпохи. Он нужен восстанию, чтобы доказать, что именно Унурату должна привести Пайтити к новой эпохе. На щите выгравирован обряд посвящения. Он подтвердит, что царица Унурату – следующий вершитель эпохи. И наша судьба в ее руках, а не в руках ложного бога Амару. И где этот щит? Спрятан. Глубоко в горе, по ту сторону пути Хуракана. Путь Хуракана. Это испытание для тех, кто хочет отыскать щит. Его пытались достать? Этим я и занималась, когда Эцли схватили. К сожалению, мне пришлось изменить планы. После его спасения сектанты узнали о наших замыслах, и... Сейчас я готовлю наших воинов, и с щитом придется подождать. Только боюсь, если ждать слишком долго, Амару добудет его и опровергнет притязание Унурату. Если Амару получит щит, он сможет обманом сплотить вокруг себя Пайтити и объявить себя новым вершителем эпохи. Он преобразит мир, как захочет. Да. Этому не бывать. Я надеялась это услышать. Рядом с Учу стоит мой друг. Его зовут Иона. Если что найду, свяжусь с ним.